Короче, здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Angry Birds Star Wars 2. Какой-то у нас тут подарочек. Что у нас здесь? Понятно, мало дали нам, но тем не менее. Короче, сага из этих первых трех эпизодов закончилась. У нас идет эпизод, который не пронумерован, называется он «Мятежники». Поехали, выбираем птичью сторону, как всегда. Чуть-чуть погромче сделаем. Новые персонажи. Вот так стреляет он. Короче, этот эпизод относится к мультсериалу «Звездные войны. Повстанцы», действие которого происходит спустя... Которое происходит до событий четвертого эпизода. То есть много лет спустя после третьего. Вот таким он лазером стреляет. Как видите, тут уже штурмовики появились. Истребители вот эти. Этот эпизод очень короткий, мы его быстро пройдем. Я смотрел этот мультсериал. Смотрел не весь, несколько серий посмотрел. Мне очень сильно понравилось, потому что там персонажи новые, незнакомые совсем. Лучше бы я «Войны клонов» посмотрел. Кстати, этот эпизод вышел раньше, чем вышел эпизод, который мы прошли в предыдущей серии. Но поскольку мы играем в хронологическом порядке, то мы проходим так. Лазер этот, короче, отражается от металла. Чё мне там, блин, пишут? Потом отвечу. Опять подарочек какой-то. Чё тут у нас? Так. Все новые, как видите, враги новые. Фички новые. Ну, свиньи враги у нас новые. И старых мы, соответственно, не используем. Я имею в виду через вот это. Использовать этих мы сегодня не будем. Потому что это будет не хронологично. Не хронологично. О! Блин, я так надеялся, что в эту штуку стрельнет. Так, Сабина, как там называется, не помню. Сейчас посмотрим. Как-то. Сабина Рен, понятно. Эзра Бриджер, по-моему, влюбился даже мне в сериале. Короче, вот так вот бомбы расставляются, взрываются они. Ну сюда-то мне зачем бомба?
Ну ладно, все, на уровень прошли. Пущай. Блин, я не так хотел что-то сделать. О, вот это другое дело. Вот так гораздо лучше. Эта штука, к сожалению, все равно не упала. Так что продолжаем взрывать. Так, сначала вот так, потом вон туда, а потом никуда. Как печально получилось. Ничего это не дало, давайте попробуем еще раз. Попробуем вот сюда. Во, может так будет. Тут же бы немного ниже, на самом деле, она бы упала. Да. Да, не очень часто получилось, по-моему. Окей, давайте еще раз. Так, не знаю, получится ли нет, но попробуем. Эх, не долетит, я думаю, не долетит. А может и долетит, смотрите-ка. Ну да. Сейчас эта штука упадет и все. Фу, да. Что вам от меня надо, а? А, Лёха пишет. PlayStation 5. Молодец, блин. Да. Это имперский офицер, короче, вот это. И он почему-то издает такие же звуки, как боевой дроид. Что нелогично, мне кажется, совсем. Очень странно это. А, подстрелили, ну вообще зашибись.
Блин! Пипец. Да что ж ты... Как так-то я? О! Очень вовремя, блин. О, вот эти штуки, кстати, в первой части потом появятся. Блин, ну это вообще было некрасиво. Да ёб... Да блин, ну вот что-то не очень-то удачно поставили. Я сейчас вот это станется, и это тоже развалится. Останется только вон ту фигню расхреначить. И сейчас это сюда упадет. Так, давайте делать что-нибудь. Давайте... Вот это будем делать. Канон Еус у нас летит с офигеть какой большой скоростью и... проламывает все эти дела. Так, понятно. У нас таких 5. Опа. Как зовут эту, я забыл. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. Гера Синдала. Хорошо. Короче, пушку ставили. Автоматическую пушку с автоприцелом. Ставим ее сюда. Раз. Два. Три. И все. Больше ближайших целей не видно. Установим следующую вот здесь. Раз. Два. Три. И 4,5 получается. Хорошо, хорошо. Хорошая штука. Полезная. Осталось 4 уровня всего лишь, их всего 12 у каждой стороны. Так, попробуем вот так сначала, но мне кажется, так немного будет. 2. Чё, все что ли? Давайте в другое место поставим. Вот, вот сюда, например. Раз. 2, и 3, 4, 5, 6, 7. Ну ладно, хороший, хороший результат. Ставим следующую вот сюда. Эх, как-то... Блин, вот этот кусок говна все загородил. Раз. 2. Хорошая штука. Полезная вещь. Действительно это. Попробуем вот сюда поставить. Мне кажется, это не очень такая хорошая идея, на самом деле, но попробуем. Да, все, сам себя. Давайте в другое место еще поставим. Вот сюда, например. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. И в полете, видите, как аж стрельнуло. Нормально. Зачем в то же самое место-то еще одно?
Ну и теперь мы 100% выигрываем, потому что сейчас вот это бомбанет и все. Офигеть, две луны. Большая, маленькая. Ну или, ну, наверное, просто вторая, дальше от первой. Так, вот это вот, наверное, лучше всего ставить куда-нибудь вот сюда. Попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Следующее вот сюда полетит. Раз. Два. Что, все что ли? Не очень хорошо получилось. Давайте еще раз. Мне кажется, надо вниз поставить, чтобы вот эта фигня прострелилась. Давайте это попробуем так и сделать. Ну блин, сейчас она упадет. Раз. Блин, вот прострелил бы, но эта железяка все заградила. Ладно, давайте тогда вот сюда попробуем поставить. Да блин, я не туда хотел. Раз, два, три. Ну, ладно, все равно получилось. Все равно мы получили, что хотели, блин. Раз, два, три. Сейчас это тоже упадет, я надеюсь. Нет? Нет, упадет, подождите. Ладно. Убедили. И последний уровень. Довольно интересный, я надеюсь, будет. Все, что нужно сделать, это вот здесь поставить пушку. Раз. Два. Три. Еще не три. Три. Блин, а еще одну нельзя поставить. Ах, печально. Давайте попробуем еще раз. Раз. Два. Три. Ах. Ну блин, вот он тогда... Вот он пулю отбивает и... И разрушается эта конструкция вся. А, не важно. Мы его, мы сейчас так добьем. Да, не очень получилось. Давайте еще раз пробовать. Да ёп! Раз. Ну прям сразу все разрушилось. Промазал. Еще раз давайте играть. Раз. Два. Три. Да ё-моё, вот опять.
Кири, давай, 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 разрушай. Давай, давай. Давай, давай, стреляй в него. Хорошо, хорошо, стреляй, стреляй. Давай, давай, продолжай стрелять. Отлично, отлично просто, отлично. Прям. Вот это было шикарно. Вот это вот прям, прям вот 3 звезды за это просто мне должны дать. Куда? Я ролик еще не посмотрел. Мы, к сожалению, так и не поиграли. Вот за вот этого и за вот этого. Но мы поиграем еще в «Управляй своей судьбой» за них обязательно. Мы вообще, когда будем играть в главу «Управляй своей судьбой», возможно, мы будем играть в нее либо в следующей серии, либо после вот этой. В этой главе мы будем играть за тех персонажей, за которых мы еще не играли. Даже если они не хронологичны. Если даже они не хронологичны. Так, переходим на светскую сторону. Так, этот пускает вот эти же самые бомбы. Они, правда, другого цвета. Давайте посмотрим, кто это, как его вообще зовут, блин. Секатор Визага, блин. Давай, давай, взрывайся, хорошо. И взрываем. А, все. Просто врезаться достаточно было в него. Кстати говоря, а мы не своих случайно не убиваем, а? А что-то они больше похожи на свиней, чем на птиц. Вот эти вот зеленые. Короче, не понимаю, я что-то не могу. Хороший удар, жалко, что вот этот слабоват немного треснуло, но тем не менее хоть что-то есть. Подарок какой-то. Сейчас посмотрим. Окей. Мы можем 2 раза сыграть за инквизитора вот этого, которого мы победили на птичьей стороне. Давайте на верхний этаж закинем сначала. Правда, вот, а только одна осталась там, все остальные упали. Тем не менее, все равно все развалилось.
Ну вот один Срун остался жив. Так, это эти, как их там? Ну, в общем, это аналог Эзера Бриджа, тот же самый лазер, только красного цвета. Как там они называются? Пилот АДДП. АТДП. Чего эта штука дымит? Вот непонятно, здесь ничего задымляющего нет. Эй, а чё она не прорубила-то? Почему она не прорубила-то это дело? Что это за дело такое, блин? Ну, давайте, кстати, кое-что интересно сравнить. Этот 500 стоит и от 500 до 2000 с половиной. А этот от 500 до... А, ну, одинаково. Я думал, этот дешевле будет стоить. Мне что-то казалось, что вот этот, у этого лазер слабее, чем у Эзера Бриджа. А на самом деле это не так. Такой же абсолютно. Ну ты чё, серьезно что ли? Ладно, давайте тогда... пробовать вот так делать. Инквизитор, блин. Здесь он, кстати, немножко чуть-чуть напоминает Смоук, который тоже звезда. Вот эта морда реально немного напоминает Смоука. Как так его зовут, да? Попробуем вот так сделать. Ну блин, загородил это хрень вообще. Боевых дроидов ни в коем случае не использую, потому что... после третьего эпизода все отряды дроидов были выключены. О, а вот и батуты. Батуты, на которых можно вот так вот делать. Чуть-чуть до динамика не достали. Давайте попробуем еще раз. Давайте на дальний батут попробуем. Эх, почти. Ладно, ну давайте со второй попробуем. Yeah.
Да, динамит это не взорвало. Что нам делать? Вот это только, видимо, делать. Толком нифига у нас не останется. Персонажев на главу управляй своей судьбой и придется взламывать все. Ладно, пошли уровень. Хотя второй динамит не взорвался. Осталось уже немного, всего 4 уровня. Опа! Господи. Это этот. Давайте посмотрим, кто это. Это агент Каус. Он, короче... У него на нем отряд штурмовиков. Изначально вместе с ним... Два штурмовика. Ну, если нажать на кнопку действия, то их будет не 2, а 9. Нет, 8. Или 9, по-моему, 8. Кстати, я считаю, что в этой главе мы можем использовать штурмовиков. Они у нас вообще есть или нет? У нас их нету, так что, наверное, не будем. В принципе, можно купить. Раз уж в этой главе они есть, значит, мы можем играть или за них, в принципе. Сколько они стоят? Давайте посмотрим. Обычные штурмовики. А, вообще недорого стоит. Давайте купим. Этих покупать пока не будем. Давайте одного прямо сейчас используем. Короче, он стреляет вот так. Так, давайте-ка подумаем, куда бы лучше выстрелить. Вот так. Да, вот с этим немного меньше повезло. Так, ладно, может эти разгромят сейчас вот это дело. Так, давайте еще раз. Во-первых, вот сюда. Блин, оно все равно не сломалось. Ладно, давайте попробуем без них. Ну или потом оставим, на всякий случай. Это вот этот уровень какой-то сложноватый. А, ну надо, чтобы эти бомбы появились, взорвались. Хотя это все равно не особо-то и удало. Давайте попробуем. У нас их приличное количество. Так что, блин! Меня бесит эти штуки. Да блин, как эту штуку развалить, я не понимаю, блин. Попробуем взлететь вверх и сверху пострелять. Да и вообще эффект это не дало, блин.
Так, давайте... А, все. Какой-то сложный уровень вообще. Даже так не получается пройти. Вот это вот фигня, которая не ломается вообще. Взрывается еще так, как нам не надо. Вот эта штука. Опа. Ну, от нее пользы особо-то нет. Достало уже все нафиг. Я иду ва-банк. Не очень-то штурмовики нам помогли, но зашибись. Они улетели, а этот не выдержал удара. Офигеть просто. Как такое возможно вообще? Не долетел, по-моему, нифига. Ладно, хотя бы здесь помог. Ну и последний уровень, наконец-то, блин. Как он не сдох вообще? Как? Как она его не убила вообще, а? Еще раз. Так, а с этими как разобраться? С этим, может, и можно было бы разобраться, а вот с тем, который наверху был, там уже бигнан. Не падай, блин! Попробуем еще как-нибудь придумать. Да не, ну не падайте, штучки эти. Ладно, получилось. Да, вот как бы нам лучше стрелять, да? Как она его не убила? Ладно, я так понимаю, вот этим надо туда стрелять. Не попали. Просто пипец какой-то это был. Может, это упадет и это развалится? Да, точно. Ладно, неважно, смотрим. Так, ну в общем, все.
все, мы прошли все сюжетные главы. Следующая серия мы будем... Так, давайте посмотрим, сколько мы в призовой главе открыли персонажей. Да, немного, немного. А здесь сколько? Тоже немного, тоже немного. Так что, наверное, мы взломаем. Я хочу взломать игру, чтобы все персонажи были открыты, чтобы у нас была возможность поиграть за тех персонажей, которых у нас не было. Потому что такого количества персонажей, которые вот у нас сейчас есть, нам этого не хватит, чтобы полностью вот это все пройти. Давайте посмотрим, сколько тут вообще... Тут вообще дофига уровней. 30. 30 с чем-то там, по-моему. 35 или сколько. Так что... Ну да. В следующей серии мы будем проходить главу «Управляя своей судьбой». Ну а на этом все. С вас, и господи, подписывайтесь с меня. Эпичные видосы. И подписывайтесь также на мой... стримский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.